Бдительные жители Ихви не могли не обратить свое внимание на тот факт, что в центре Ихви вдруг стало меньше цветов. На наше робкое предположение, что таким образом волость готовится к возможной грядущей смене руководства, последовал вежливый ответ в том смысле, что центр волости и города Ихви должен быть красивым в любое время года, в любую погоду и при любом руководстве. Это первая посадка, которая была сделана. Цветы уже немножко подвяли, можно так сказать, наверное, да? И будут высажены в ближайшее время новые цветы. То есть это вторая посадка, согласно муниципального договора, который заключен с волостью Ихви, производится плановая пересадка цветов, скажем так. И в ближайшее время будет высажено около 7 тысяч новых цветов. Причем эта цифра в 7 тысяч цветов подразумевает их высадку только в самом центре Ихви. Согласно же плану работ, обновления ждут и другие цветники и клумбы волости.